Блин, ё-моё, что происходит? Вертолеты с неба падают, мехи взрываются. Да идите вы знаете куда. Если не убрать циклопа, он уберет тебя. Как большой поклонник циклопов, могу вам это заверить. Вас в этом, блин, тормоза у тебя есть вообще? Ой. Наступление мехов. Достижение у меня открылось. Наступление мехов. Можете меня поздравлять. За какой хрен вы залезли в этот сраный город? Что вы там сидите, блин? Особенно вот ты, тупорылый. Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в MechWarrior 5. MechWarrior 5 Mercenaries. Граждане, останавливаемся, останавливаемся, останавливаемся. Присаживаемся, смотрим видео, ставим лайки, пишем комментарии. Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в MechWarrior 5 Mercenaries. Игра про огромных мехов и про то, как они друг друга уничтожают всеми доступными им способами. Где таких слов вообще нахватался? Ладно. Итак, что мы таки имеем с гуся? Мы, соответственно, заканчиваем постепенно собирать улучшения, но вот нам не везет на этих вот мехов. Ну как, понимаете, здесь, как сказать, не везет. Вот когда был нужен этот самый локуст, проклятие локуста, да, вспоминайте, их постоянно просто сыпались со всех концов, с неба там сыпались, из всех щелей лезли. Как только я взял задание на уничтожение какого-то количества локустов, они просто и все, их из игры вывели, нафиг, сразу же. Вот разработчики посмотрели мое видео и вывели из игры, сразу, просто нафиг. Ну и сейчас то же самое, нам нужна Банша, нам нужен Витя, и ни того, и ни другого. Также мы выполняем задание охотника за головами, за головешками. И, соответственно, нам нужно найти еще Эрясь. 2, 3, 4. Эти найденные. 4 клана наемников. Дать по ним информацию. Это у нас шахматисты, это у нас олимпийцы, любители электрической луны и любители, соответственно, этого абстракционизма. Всех их надо найти и, соответственно, выяснить, что у них за где. Итак, находимся мы здесь. А куда бы нам выдвинуться? Я даже не знаю. Олимпийцы вообще живут где-то в этой самой... На севере. Где-то там. Там, где даже нету зоны. Они вот как эти вот обитают, как любители собачьих лапок. Любители абстракционизма тоже залезли туда, где не воюют. Пессимисты, что ли, эти, как они? Ригофрен, блин. Альтруисты? Нет. Как называется, вылетело слово из головы, которые это, ну, не воюют, как они называются-то, забыл, все, вылетело из головы, ну, ничего, вспомню со временем. Так, а теперь надо думать, куда нам отправляться. Я вот пытаюсь найти сектор, где можно попровоцировать вот этих вот так, шахматисты у нас здесь, но здесь и уровень-то, наверное, даже... 2-4. Да. Поближе нет шахматистов. Есть любители абстракционизма. Телос. Телос — это город на карте Алтис. В этой самой, как его, в игре Арма 3. Гарнизонная служба. Идите в пень. Так, что у нас здесь? Многоцелевая идет нафиг. Многоцелевая туда же. Надо искать тогда где-то еще кого-нибудь из них. Вот шахматисты здесь, например. 6-8. Ну это же даже не смешно. Ну ладно, поехали. А что делать? Надо выполнять. Надо заканчивать все, что у нас еще осталось в игре, чтобы можно было уже переходить к модам. И, соответственно, играть с модами. Там говорят, моды вообще игру меняют совершенно в другой цвет. Ну вот и посмотрим, что они там меняют. Сейчас надо закончить со стандартами. Ой, сразу контракт дают. Здорово. Контрнаступление. Какова цель? Че? Какую цель? Самая дальняя цель находится в 2,5 километра. Наемники активны. 230 тонн.
Мне мало будет, наверное. Ладно, берем долю добычи. Подтвердить. Ну, немножечко, да, немножечко перегруз. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Ксионг, что тебе дать такое, на чем ты не сдохнешь, но при этом, чтобы оно весило не особо много? Так, если я вас вот этих вот мехов выщелкну, будет 150 тонн. Соответственно, Ксенок, ты давай дома посидишь, там пирожки покушаешь с бульончиком. Говорят, помогает. Так, сколько у меня? Эй! Сколько у меня? 80 тонн. Ну, 80 тонн. Давайте смотреть, что мы можем вручить ему на 80 тонн. А у меня нет мехов по 80. У меня не... А, вот. Ну, блин, такое ему давать, вы что, издеваетесь? Есть требушет, но он легкий. И он заряжен по самые помидоры. Вот, Витя. Блин, Витя тоже заряжен. Тендерболт? Сколько ты весишь? Да у меня оба тендерболта заряженные. Что бы тебе такое дать, чтобы и жалко не было, и чтобы урок какой-то от тебя был? Во! А, у него минус пушка, и он никакой. Кстати, можно взять ему коктапульту, одну из коктапульт, но они все заряженные. Я не хочу давать ему заряженного меха, потому что он угрохает или поломает что-нибудь в нем. Что мне с этим всем делать? Так, эти все слишком тяжелые. У нас же есть лучший мех игры. Даже заряженный, он как бы должен забороть зло. 30 тонн. Ну и что мне его? Давай что-нибудь. 30 тонн? Не, не хочу. Не буду. Нафиг. Заскочим боевых мехов. Немножечко я тут как бы переделал этот аппарат. Так же вот как... Так же. Так как и говорил. То есть поставил два пулемета, два малых лазера. А сюда воткнул ему УДшные большие. То есть чтобы он мог вдаль пупукать. Очень больно. Ну и вблизи, если к нему подбегут, у него сразу вот такая вот пачка в ближнем бою должна сносить все. Такая вот мысль, такая задумка. Дальняя, да, то есть дальняя аура. Дальняя аура ПВО. Привет, варшипцы, нахер идите. Спасибо. Вот, так о чем это я? А, ну да. Дальнобойное оружие, достаточно серьезно, и, соответственно, ближняя дистанция. Вот так как. Ну и что, вот этим вот кодлом мы куда-то завалиться собрались, что ли? Да. Что-то мне подсказывает. Уже закончится очень хреново. Ну, как говорится, мы не привыкли отступать. Мы как эти, как их, саламандры. Ряд тактических объектов. А по нам артиллерия тут не будет, только за ликвидацию целей. Понял. Так, стой, тихо, тихо, подожди. Ты. Подожди, тетя, сейчас мы разберемся. Нифига себе, большие лазеры вместе с малыми в одну группу пихнутые. Вот так вот надо. О. Ой, как он греется. Вот смотрим, перезарядка. И бам, я могу сейчас делать следующий выстрел. Он еще не остыл до конца. Это значит, что он будет перегреваться. Ну, здесь-то понятно. Чего? Роджерс, это formative taking fire, need assistance. This is a table. Уроки английского с дядей Степой. Так, куда мы идем? 1100, ближайшая цель. Направляемся туда. Минор, тебе танковать, у тебя хлебало самое металлическое из железных. И давай. А мы из-за твоей героической спины стрельнем. Так, вроде чисто. Перебежечками, перебежечкой вот сюда к укрытию. У меня такое ощущение, что мы здесь уже были. Так, перебежечкой вот к этому зданию. Ой! Что-то я с перебежечкой перестарался. Цель, цель, цель справа! Quick draw. Он мне не нужен, но... Мочкануть его все равно надо. Да ты молодец! Ты молодец! Ты отличный, классный парень. Фокус, фокус, фокус. Джавелинда.
Покусите Джевелинда. Нахрен он тут не нужен никому. Оп. Фокус. Тык. Не попали. Оп. Поехали, поехали, поехали. Так, у нас здесь еще один гаврик. Гаврик, гаврик, гаврик. Сбоку. Куда ты? Блин, это что у нас за тактик тут завелся, хренов? Он в обход пошел. Нормальные герои идут всегда в обход. Всегда идут в обход. И понеслась. Оп. Воздух, воздух, воздух. Быстро убрать нафиг его. Убрать, убрать весь воздух. Быстро убрать весь воздух. С этими-то разберемся, не волнуйтесь. А? О! Не, блин, в ближнем бою, то он жесткий. Как вчерашний сыр. Но, однако, вы еще до сих пор не сбили воздух, гниды. Вы его сбивать будете, нет? Или вам на каждого надо кидать? Блин. Ух, тупые. Ну, вот этого вот еще. Эй, алло. Блин, ё-моё, что происходит? Вертолеты с неба падают, мехи взрываются. Да идите вы знаете куда. Я очень вам благодарен, что вы меня своими телами прикрываете, но все же. Такие дела. Отходим, 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 сейчас бумкнет. Да ё-моё. Так, это все развалился. Так, у меня уже весь мех желтый. Блин, ну что вы тупите? Уничтожайте цели, вы же их видите. Так, где цель-то? Уи, мы разбили одну цель, а у меня уже мех желтый. Так, а где эти наемники? Они что, не приедут? Они не хотят поучаствовать в получении звездюлей? О, воздух! Фокус! Я вам другую цель задал. Вот так вертолет мне чуть на башку не уронили. Так, ну что, поехали дальше. Сейчас через лес придется пробиваться. Слева цель. А что ты весь такой странный? Там еще что-то. Хорош. Я его сейчас выпилю нафиг. Я же говорил. Сзади воздух. Убрать, убрать, убрать говно. Да ё-моё, вы чё тупите-то? Чё какая-то хрень? Он просто идет мимо, ему хорошо. Ну что ж ты такой, я не знаю, раздолбай какой-то весь. Чё это такое? Мотоцикл? Драндулетка какая. Ладно. 300 метров до цели. Приготовились. Сейчас начнется. Ну да, уже вон там всякая хрень ползает. Да ё-моё. Чего? Так я не делал ничего. Я просто какую-то стрельнул эту самую ракетную установку. Так, 900 метров. Последняя цель. Выдвигаемся. Так, объекты вдруг засветились сами по себе. Это минорах, что ли, подсвечивает своей этой, как ее... Система обнаружения и подсвечения, и вообще классная система у него. Так. Справа, справа, справа. А, это вышка какая-то там, турель. Кактус, что ли, бешеный? Ну, погнали, уничтожаем цели. Если нас не трогают, значит, будем трогать мы. Логика. Я такое в Камасутре считал. Так, взрываемся, уничтожаем цели и урываемся. Главное, не нарываемся.
Да ё-моё, это что за бессмертная хрень? Иди сюда. Да, минус. Так, ищем объекты. Объекты где-то они тут заныканы, запрятаны. Так, один развалился. Я сейчас сам развалюсь, господи, куда, что, кто, где? Все, таргет нейтрализ. Уходим? Уходим. Это наш? А это не наш. Быстро ко мне, быстро ко мне, быстро ко мне, быстро ко мне. Бегу, бегу, бегу. Сейчас я под фокус троих дебилов попаду. Эй, придурки. Да ё-моё, идиоты. Фокус где? Огонь. За какой хрен вы залезли в этот сраный город? Что вы там сидите, блин? Особенно вот ты, тупорылый. Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в MechWarrior 5. MechWarrior 5 Mercenaries. И все дела. А наш минор все еще минор. Какой таргет? Я сам с этим таргетом разберусь, можешь ты продрестаться по другому таргету. Привет, я твою пушку это самое, оторву, в общем, ты без пушки останешься. Так, что это такой живучий? Другие были менее живучие, иди ты знаешь куда. Так, наши вообще собираются что-то делать, или я вообще один тут как бы, они просто так пописать зашли? Так, я отошел слишком далеко, и пулеметы перестали по нему работать. Ну да, конечно. Враг подсосать, это вы все первые. Бэм. Этому надо зайти в тыл. По-хитрому так. Хоп. Оп. Дымище, пылище, говнище. Ну да, постой рядом с ним, пока синий выпук случится, и тебе полмеха оторвет. От второй половины меха. Все, уходим. Вот затупки, залезли в город и сидят. Что им там понадобилось в этом городе? Мы там зачистили уже все, город чистый. Вот отсюда нападение идет. Вот у тебя конкретно группа целей, она прется на тебя. Куда, что, где, чего? Это так сложно? Ой! Hello. I don't fucking care. Пошли нахрен. I don't fucking care. Блин, эти желтые эти самые. Они желтые. Фокус. Где фокус, ребята? Я сейчас меха всру. Своего. Ладно бы вражеского. Его не жалко. Огонь. Да назад, 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 назад! Нет, 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 нет! Тварь, гад, урод, ты что делаешь? Руки, отрывать ему руки, чтобы он... Я уперся во что-то. Уходим. Быстро уходим. Уходим, он сейчас как бабахнет еще, что доброго, этот идиот. Не, вроде не бабахнул. Мелкого убрать. Их! Чего? Очень информативно, очень классно, очень круто. Зачем? Чего? Куда? Что это было? Ну, по крайней мере, они прилетели и попытались выяснить, кто круче. Выяснили, что они не являются теми, кто круче. Ну и нормально, все. Ну, она вот сам, уходим на эвакуацию. Да, боже ты мой, там еще какая-то хреновина. Попал? Попал. Молодец. Все, уходим. Эвакуировав отца. Нечего здесь торчать на него. Нафиг. У них тоже какие-то мехи какие-то, что они чем. Это блоуджобинг этот, что там был второй, как его. Забыл вообще. И мелкий. Ну, мелкий это вообще, я не знаю.
Так, ну что можно сказать по сборке-то меха? Он хорош. Многогранен. Может и так, может и сяк. Может и жопой обкосить. В смысле, это, может всех покарать. Может альфу вкатить с 4 лазеров. Может грызть пулеметами. Может издалека бахнуть. Может вблизи. Единственное, что остается проблема, это, конечно, его броня. Это уровень низкий сейчас был. И все равно вот он как пострадал. Чего уровень? Элита! Все, теперь я элита, и все. И вот так вот. А, дальше еще легенда. Блин, я думал, все, уже прямо эти. Нейтрализовано первое уничтожение? Кто уничтожил? Чего? О чем речь? Гриффинды, Уикдро. Гриффинду пузяку вырвали, этому тоже пузяку вырвали, этого вырвали, что-то там, тоже что-то вырвали. Инфорсеру тоже оторвали пузяку, здесь все понятно, эти пылесосы ходячие. У них никаких шансов не было на таких-то уровнях, куда к черту. Ну да, и вооружены они как будто на помойке собирали вооружение свое. Ну, возьмем этого. И наберем еще какую-нибудь мелочевку, которую потом продадим. Так, ну да. Ну да. 1400. Хотя этот при этом, смотрите-ка. Минор, блин, на батлмастере 610. А Елам, понимаешь, на лучшем мехе игры, на Центурионе, он прям еще настучал. Он лучше, он круче. Минор, ты пойдешь, будешь переведен из пилотов в эти, как их, которые там пол подметают, как они называются там. Клининг-менеджером будешь у нас. Мы тебя переведем в клининг-менеджеры. Дадим тебе метлу, и будешь клинить пол. Не, клинить его не надо, чистить. Короче, в общем, вы поняли идею. В дворники, в уборщики его отправим, и нафиг, если он так будет продолжать. Ё-моё. Батлмастер против Центуриона. Ох ты ж, ё. А, я видел, кстати. Да, видел его, и это хлам. Как по мне, хлам. Хламный хлам, потому что мой интереснее. Где мои боевые мехи? Вот мой. Смотрите, сколько у него всего понапихано. У него и 2 средних. У него и пич на дальнюю дистанцию бахнуть. У него и РМДшка 6. Ну, блин, это явно, как по мне, это лучше, чем вот это вот пугало огородное со своими двумя средними АП-20. Вау, АП-20, вау, йоу, АП-20, у-ху-ху, АП-20. И чё? И что ты с этой АП-20, куда, что ты её сделаешь? Ну, окей, если ты тихо подкрадешься к противнику, засунешь ему вот в эту область, эту свою АП-20 туда, прям вовнутрь, и тогда на гашетку нажмешь, тогда вполне вероятно, что спереди из него выйдут все его внутренние составляющие. Но в остальном-то это АП-20 косое, кривое говнище, у которого медленно летит снаряд. Я когда-то был фанатом этой хреновины. И сейчас, в принципе, считаю, что на некоторых мехов можно ставить, которые в ближний бой способны выходить. Но, не знаю, можно также поставить и дробаш. ЛБХ, ну, дробовую версию, такую, как она там, с кассетными этими. Короче говоря, мы поняли. Кто не понял, есть 2 ЛБХ. Они там, это самое, вот, как его звать-то, господи. Так. Продать. АП, чего? Легкое орудие. УАП, блин. У меня что, ЛБХов не осталось ни одного? А вот. Вот ЛБХ. И вот СПЛ. Я очень удивлялся, как так получается, что снаряд один, а пушки одна СПЛ, то есть стреляет снарядами, а вторая X. Она дробовик. Это было очень забавно. Я так этого и не понял. Мне кто-то объяснял из знающих ребят, писал в комментариях, но я все равно очень удивлен. Так что данная машина, ну, извиняюсь, нет, неинтересно. Хатамоты эти ваши. ГРМД 2 печа, блин. Жесткий. Как месяц нестиранные носки. Так.
Во-первых, надо продать металлолом. Во-вторых, всех на ремонт. Не, мех хороший, но отсутствие брони сказывается. То есть сейчас еще и низкий уровень был. Был бы уровень повыше. Тут реально надо, чтобы кто-то шел вперед и собирал в себя урон. А вы, соответственно, из-за спины своими большими лазерами по кабинкам и еще раз по кабинкам. Такие дела. Так. Ведем статистику. Что нам надо еще искать? Что у нас осталось? У нас остались три. У нас остались олимпийцы, любители электрической луны и любители абстракционизма. Вот их и будем искать. Но абстракционисты здесь ползают. Но здесь я смотрел, тут, по-моему, проблема с заданиями. Там эти там многозадачные задания. А вот еще есть. Можно сюда слетать. Да я... Моя... Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, игра, что ж ты делаешь-то? Мне, кстати, тоже кто-то писал, что она страшно дергается. У меня она не то, что страшно дергается, она в какие-то моменты просто вот дрыгнется, зависнет, а потом отвиснет, и все у нее хорошо. Так, звездная карта. Так, миссии у нас здесь целая куча. Атаковать цель, грязевая... Нет, атаковать цель мы можем. Вперед. Проатакуем цель, что? Что ее не проатаковать? Цель, она для того есть, чтобы ее проатакивали. Как бы, иначе зачем она нужна? Ну и, может быть, эти сагрицы, тогда мы вторых еще за сегодня подловим. И информацию о них передадим этому охотнику. Охотнику, да, передадим охотнику, самому вот этому, заголовками. Так. Контракты. Какова цель? О, против куритов можно, у нас с ними все круто. Ух ты ж, ёлкин штырь, 400 тоннов. 400 тоннов. 90 почти. Нас же будут бить. Продолжить. Ну ладно. А если еще эти припрутся, так нас будут бить очень сильно. Так, пилот. Я, кстати, отпустил с работы некоторых. О, есть Хаюз. Есть Елам. Подождите, Елам же занят. А, у меня только Хсион есть. Так, ну здесь надо, кстати, брать другого меха. Кстати, меха. У меня здесь, я собрал этого. Вот. Вот этого я собрал. Но он как бы... Я не уверен, что он здесь выживет. Но протестить его надо. Так. Что у тебя было-то до этого? Краба тебе надо дать, да? Двумя гауссами и лазером. А тебе атласовского твоего крутого. Нет. Да. Да? Да. Вот тебе атлас. Вот лучшего меха тебе. Не жалко. А не крашеный он. Ну, не смотри просто так это. Просто он такой. Так, Нинор, может тебе тоже что-нибудь другое дать? Ты же своего сейчас ухайдокаешь, блин. Тогда я тебя ухайдокаю. Мы попробуем таким составом, что получится. Я хочу этого просто попробовать покатать, проверить, что он себе представлять будет. Мне прям аж интересно. Мне его дали там... Этот же охотник за головешками мне его и дал. И мне интересно, что он из себя будет представлять. Потому что я его тоже подсобрал, но забыл вам показать. Потому что у меня память отлично работает. И вообще... Так, хватит, стоп, стоять. Группа оружия. Ух, так, ракета. Ой, господи, что это такое, блин? Это шахматная доска с партии в шашки. Так, так, ракеты здесь, пулеметы, лазеры здесь. Так? Так. Залпом они его попробуют перегреть, я думаю. Ну, то перекинем их на эту самую. На нафиг, блин. Что все за вздрагивало вот так? Так, вот где 1000 туда пошли в первую очередь. А в первую очередь пусть идет краб.
Тихо. Во, началось говнище. К нам приближается дропшип. Сейчас этот дропшип как прострется желтыми мехами. Да куда он делся, ваш дропшип? Он что, сдох по дороге? Валенки потерял, найти не может. Бэм! 700 метров до цели. А где дропшип? Куда дропшип подевался? Нам бы с дропшипом сначала бы разобраться. Там же наверняка эти желтенькие опять будут выфистуливаться. Какие они крутые. Пока им не объяснят обратного. Роджер, за это формитив. На нафиг. Залпище мощное, но он не остужается. До следующего залпа он не приходит ту же температуру, которая у него до этого была. Так что... Какая цель? Вон наша цель. Все, минус цель. Ах ты, драндулетка сраная. Пошла вон, по жопе тебе из пулемета. Сейчас настучу. Ё-моё. Дикорастущая пушка. Ненавистим всем этим дикорастущим пушкам. Да ё-моё, иди ты уже нахрен, прекрати землю трясти. Куда они все шмаляют? Птичек не любят или что с ними не так? Куда? Вот просто тут нет никого, небо чистое, он просто хреначит куда-то. Снаряды жжет к тому же, который дефицит. Наверное. Я не знаю. Я не уверен. Но предполагаю, что снаряд для такой хреновины должен стоить дорого. А он просто по КД куда-то их выкидывает в мусорник. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все? Вроде все. Погнали. Ну что стоишь в неуклюжей позе? Поехали. Затупок. Ты вообще наверху уже должен быть. Хлебалом своим проверять все. Вместо тебя мне приходится это делать. Да найти вам всем. Чтобы никто не ушел обиженным. Идем. Туда, где 400 метров до цели, туда и идем. Вот жьем, а тут лужа какая-то. Мех, 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 мех. Фокус, фокус, фокус. Я ему еще вкинул. Это после моего залпа от него осталось так мало. Пых! Развалился. Так, у этого выпук случился. Хорошо. Что нас не было рядом. А это что такое? Это ты цель за 800 метров подсветил? Так, а да это сколько? 600. Значит, идем туда, где 600, потом туда, где 800. Роджер Z, аффирматив. Пошли. Краб, не отставай. Ты, падла, должен танчить, танчить. У тебя лицо такое, что прям им только танчить. Больше оно ни для чего не пригодно. А почему-то я вместо тебя это делаю, паскуда ты. Хорошо, они у меня еще ни разу не попали нормально. Это все было бы очень плохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас здесь есть спуск. А вот эта антенна, походу, наша цель. Дзинь. Уи! И мы можем просто отсюда свалить. Правильно? Забивший на них некое скобяное изделие, предназначенное для скрепления деталей. Все, пошли, группа, за мной. Вот так это делается, балбес. Идем дальше. 900 метров до цели. Так, здесь у них дикорастущих пушек целое, я не знаю, выводок целый, стадо. Что мне всех их валить? Чтобы они землю не трясли. Я могу, я дурной.
что-то он как-то не воспринимает. Эй! Все, я перегрелся. Я... Все, отступаем. Отступаем. Цель не захватить. А, у нас крабик пошел вперед. Фокус. На нафиг. Нафиг я. Бэм. Атас. Нас атачат. Нас атачат. Я ему прямо втыкну. Прямо ему вот в репу в самую ему. Ох ты ж, ёлкин штырь. А? Что? Бланч. Так, мне надо остыть. Мне нужен лед. Ты сдохнешь когда-нибудь. Блин, ё-моё, я не могу без ракет ни хрена никого ухайдокать. А нет, этого могу. Но он маленький, плюгавенький, вообще не считается. Цель минус, повторяю. Второй раз повторяю. Блин, эти пушки действительно нельзя сломать, они надоели мне. Так хрен с ними вообще, мы отсюда уходить должны. Уберите лучше вертушку. Так, теперь нам долго и мучительно переть через всю карту. Что-то где-то пролетает рядом. О, попали. А где там эта хреновина? Я пытаюсь нащупать. Нащупал. Где вы там? Баклофены. Так, а дропшип-то где? Дропшип нас будет на последней этой самой ждать, что ли? Паскуда тварь. Но мы, слава богу, хп не потеряли. По крайней мере, много не потеряли. Да ёб моё. Дайте пройти. Дайте пройти. Да, я знаю, что справа можно было просто выйти. Но это неинтересно. Погнали. Долго и мучительно. Так, а где тут? Как до них дойти-то? Тут как бы будут горы, скалы. Что, кто? Надо обходить вот так, да? Я могу попасть по нему ракетами? Могу. А чё не мочь-то? Эй! Опять бешеный кактус из-под земли выскочил. Бумкнул. Дальше. Пентн. Лови нафиг. Пентн. Фокус на Пентна. Давайте из гауссов по нему шарахнет. И ему хватит. Для полного понимания. Ну? Пентн, здорово. Как дела у тебя? Хорошо все? Это быстро можно исправить. Фокус. Оп, ты в горку врезался, чувак. Фига себе у него. Бесконечные батарейки, что ли? И что у тебя там? Слезай, придурок. Слезай, говорю. А, все. Слезает. О, слез. Поехали дальше. Вот, и ты опоздал, чувак. Тут уже как бы ты... Врываться в бой уже поздно. Раньше надо было. С мехами вместе. Было бы повеселее. Бланш. Мощь ракетного залпа. РМДшного.
Сколько у него, даже не посчитал, сколько у него ракет в залпе. У него шестерок 2, это 12, раз, два, три, четыре, четверки, это 16. Плюс 12. Это будет 28 ракет у него в залпе, нифига себе. А это серьезно. Это серьезно. Я вам так скажу. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, не спать, команда. Что дерево превратилось в огонь и как бы осыпалось это... Это так должно быть? Пью! 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 Все, таргеты, все! Уии! Давай, уходим. А, там этот высер. Высирает мехов этот, как его. Дропшип. Просраться мехами решил. Но это не наемники, они бесполезны здесь. Чуть более, чем менее. Во-во-во-во-во, вот это убрать быстро. Вот этого теперь тоже туда же. Бум, дед. Амло, у меня амло, ребят, у меня амло. Да. Штурма, 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 убирайте штурма. Чего вам этот мелкий-то сделал? Тем более это циклоп. Если не убрать циклопа, он уберет тебя. Как большой поклонник циклопов, могу вам это заверить вас в этом, блин. Тормоза у тебя есть вообще? Ой. Наступление мехов. Достижение у меня открылось. Наступление мехов. Можете меня поздравлять. Так, эту хрень надо забрать. Что там у нас? Что-то очень-очень-очень нужное. Я стопудов даю очень нужную вещь. Все, уходим. Большой лазер УД. Левел 5? Левел 5? Ну, блин, ну это реально вещь нужная. Мне можно, кстати, на катапульту воткнуть. На нем УДшные стоят, на моей последней вот этой катапульте, которую нашел. У меня их уже 3, кстати, уже коллекционер катапульт. А ведь когда-то я сталкера катапультой называл. Было же время. Не-а. Ни хрена они не сагрились, не пришли и не приняли бой. Говноеды. Ну и хрен с ними. Без них тоже весело. Зато мы лазер 5 уровня УДшный нашли. Большой. Хотя только большие есть УДшные. Если я представляю маленький лазер УД. Это что такое вообще будет? Во, Гвардиан 7 даже есть. Но эти вооружены посерьезнее. Ассасин. У него проще перечислить, что от него осталось, чем то, что из него выдрали. ТДР. Гвардиан 7. Что у них еще тут есть? Двойные есть охладители. Есть пулемет. Вот смотрите. Четвертый. Круто. Четвертый пулемет дайте, пожалуйста. РМДхи вторые дайте, пожалуйста. Я им не особо пользуюсь, но мало ли. Мало ли. И СМ дайте, пожалуйста. Ну что, еще взять? Набрать вот этого вот. Кстати, РМД-6 третья пригодится как резервная. Ну и подряд тут тоже хватам. Это можно будет продать. О! 2575. Это вот сила залпа ракетного. Здесь 28 ракет, если я правильно сосчитал. Это вам не пуп чесать. Так, звездная карта. Тут у нас бешеные домохозяйки. Но мы их уже побили. Ногами по лицу. Так. Куда полететь-то? Сюда полететь, что ли? Ну, давайте полетяем сюда. Чё бы нет.
Итак, редко Зюс. Здравствуй, Зюс. Как дела? Вархаммер, редкостное говно. Здесь очень. Ой, вот реально редкостное говно. Настолько картонный, просто рассыпается. Он, по-моему, нецензурной лексикой насквозь пробивается. Просто вот насквозь с него высыпаются гайки. Но вот по вооружению, я вам скажу, да. Конечно, это малые слоты, но зато у него есть пич. Раз, пич 2, у него два больших. Средние у него 2. И раз, подожди, раз, два. 3-4 маленьких слота энергетических. А это вот просто чтобы было. Не пришей кобыли хвост. Вот не люблю таких вот моментов. Просто воткнут какую-то хрень, просто чтобы была, и все. А зачем? Для чего? Куда? Кому? Нахрен надо? Ну, пофигу. Так, ладно, полезли в боевых мехов. Металлолом, брысь. Вот наш красавец. Вторая новинка наша. Ну, как новинка, его подарили, но я еще не успел его катнуть. Вот сегодня катнул. Итого у него. РМД-6, РМД-6 это 12 ракет. И 4 РМД-4. Да, это 16. 16 плюс 12. Итого 28 ракет у него в залпе. Чего тут удивляться такому урону? Ё-моё, это как этот Кентаро. Кто там еще у меня был? CP-10Q, но у него меньше ракет. Сталкер ракетный тоже там 20 с чем-то ракет в залпе. Как дал просто. Вот как выстрелы из реально дробовика. Бдыщ! И там полмеха просто куда-то улетает нафиг. Так, давайте чинитесь. Ну, все целенькие остались, нормально. А я боялся, что будет все плохо. Все оказалось хорошо. Ну что же, подводим итоги. Потестили мы сегодня опять мехов. Ну, как, на одном мы потестили другую сборку. Катапульту мы-то уже катали, сейчас просто потестили ее в другой сборке. И, в принципе, эта сборка, мне кажется, более интересная, потому что два лазера больших, это реально можно вот с большой дистанции, оставаясь в безопасности, прям вот жмыхнуть, жамкнуть, жмакнуть. Короче говоря, нанести урон. Ну и ближняя аура, оп. Привет, Варфи. В общем, оружие ближнего боя, это вот лазеры плюс пулеметы, в принципе, тоже себя показывают очень даже неплохо. Они и ДПМистые, там и какая-никакая альфа есть на этих маленьких лазерах. То есть, по сути, для добить сойдет. Если он идет прямо на вас, вы его вкатываете из всего, что есть, а потом уже добиваете ДПМа. Вполне себе рабочая схема. А если хорошо попадете из больших лазеров, так он до вас, скорее всего, и не дойдет. Ему плохо станет уже по дороге, и он, соответственно, того, этого, откажется дальше сотрудничать. Что же касается данного красавца, ну, такая схема у нас уже была. Я уже называл мехов, да, это у нас тот же Кентаро, это у нас тот же Сталкер, это у нас CP-10Q, это у нас один Сталкер, это у нас... Другой сталкер. У меня почему-то 3 было, по-моему, с четырями даже было. Вот CP-10Q. У него получается 1, 2, 3, 4 РМДхи, 12 ракет в залпе, плюс еще 3 лазера. Он на нем сейчас стоит у меня. Я в такой схеме сейчас играю. Но у него стояло 2, по-моему, шестерки, 1 четверка. У него было 16 ракет в залпе. А, то есть это вот такие вот ракетные схемы, они у нас уже были. Мы с ними игрались, мы их уже видали, но, в принципе, это не отменяет того факта, что вот этот залп большим количеством ракет, это вот эта огромная альфа, она может просто сразу же там за секунду из целого меха, из фулового меха сделать огрызок. Особенно, если ракеты хорошо еще и улягутся прям вот куда надо. Можно даже и сваншотить.
На каких-то мехах я ваншотил. На Кентаро, по-моему, я бегал, я ваншотил. Вот бегал в упор, и бабах, и были ваншоты даже. То есть это рабочая схема, вполне себе. Плюс здесь еще есть два маленьких лазера и два пулемета. Ну, добить. Добить, если до вас доползли. В принципе, так. Мех хорош, очень даже хорош. Ничего нового сверхъестественного он не привнес, но вот эта схема сама по себе, она рабочая, и мех мне нравится. Вот такие пироги на сегодня, дорогие мои однополчане. Что ж, на сегодня у нас все. Всем спасибо за просмотр, приходите еще. Не забываем подписаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.